Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Так, забираем с тобой и рыбку за второй день. Бронированная ищейка, слушай, ну прикольно смотрится на самом деле. Скинчик мне нравится, очень нравится. Ну что, давай посмотрим, что нам принес беззубик. 28 рун. Ну, 28 рун, тоже, ребята, руны. Они, как говорится, лишними у нас никогда не бывают и не будут. Так, Йохан, давай-ка мне что-нибудь. Ну, вот это возьму у тебя, наверное. Больше мне нечего у тебя взять. Так, ну что, Беззубик, что нам с тобой сделать? Прокачивать дальше 300 миллионов рыбы, ребят. Ну, серьезно, 300 лямов рыбы. Да офигеть можно. Не, я его, наверное... Ой, какое приключение? Нет, не приключение, а давай-ка мы его, наверное, отправим. Ну, куда мы его отправим? Мы обычно отправляем наших... нашего беззубика на поиски чего? Шлемов. По идее, так. Так, пристеглов, шепот смерти, древоруб. И здесь у нас ресурсики. Давай, наверное, я его отправлю все-таки на поиски шлемов. Ну, этих... Сам понимаешь, шлемы с рогами, которые нам нужны для... легендарного дракона. Так, необычный и необычный. Вот этого, по-моему, у нас, ребята, нету. Кто-то спрашивает, почему ты отправляешь за один, ребят? Ну, потому что он бесплатный, он не требует рун. Поэтому я отправляю. А руны, естественно, мы с вами копим. Это уже понятно. Так, это еще у нас делается, ребят? Да, еще 14 часов 37 минут. Соответственно, мы с тобой не сможем никого туда отправить. И единственное, что я могу, это просто, ребята, их отправлять за заданием прокачки, пока у моих драконов не будет, к сожалению. Так, ну что, две шестереночки, ладно. Две шестереночки, строительство. Пускай летит. Так, Кривоклык, у тебя что? 25 шестеренок даешь? Ну хорошо, давай на след нападай. Так, Барсик, обучи ночных жутей. Пошел обучать, типа. Ну, Граймгильда, тусклый янтарь, наверное, как... О, яйцо. Ну, это яйцо змеевика, оно не настолько, ребят, дорогущее. Такая себе наградка. Средней, так скажем, паршивости. Ну что, блестящий янтарь забрал. Не могу ничего сделать, к сожалению, пока. Не отправить ничего. Так, этого парня за рыбой. Этого парня за рыбой. Так, летит уже за рыбой. За древесиной. Так, ну что, ну вряд ли, конечно, он, ребята, будет у нас тут с первой попытки на прокачку идти. Само собой разумеется, не удивлен абсолютно ничему. Поэтому мрачно шипа мы отправляем дальше качаться. Лети. Блин, они очень мало мне приносят ресурсов. 37, ну очень мало, ребят. 37 миллионов, 25. Ну вот это еще 50 более-менее, куда ни шло. Да, отправить я тебя, к сожалению, пока не могу. Потому что там у нас все забито. Лети пока за рыбой. Так, драконы у нас уже стоят. Легендарки ждут. Ждут, не дождутся, когда я их освобожу. Когда я им задам новое задание. Так, 630, он пойдет? Он не пойдет. Я все время вон про того забываю. Подожди, в приключение, да? Да. Ну ты пока лети за деревом. Другого варианта у нас все равно пока нету. И ты за рыбкой полетел. Так, здесь что у нас? Здесь древесина, 46 миллионов. Ладно, годится. Так, ну теперь с вами давай разберемся. Так, мячик плюс тусклый янтарь. Слушай, ну тусклый янтарь, по-моему, мы уже с тобой насобирали на одну порцайку. Тебе не кажется? 110, там 110. Плюс 500 еще где-то получили. По-моему, я... А, руны в подарок. Айс Викинги, подключите...
Прогресс в Берке. Рон. Подключить Google. Если. Так, совершив первый вход, принесем, получите руны. Совершив первый вход. Блин, подключение. Если я сейчас, ребята, подключусь к Google Play, знаешь, что это будет? Подожди, а может быть. По-моему, у меня будет там запись, где у меня первого уровня. Вход в Facebook у меня выполнен. Вот я только через Facebook. Подключение позволяет подключить профиль к учетной записи. Я боюсь, что если я подключусь, ребята, с первого этого начнется у меня. Выйти из игры, чтобы сменить учетную запись. Нет, я не хочу ничего делать. Пока. Давай пойдем на рынок. И заберем наши награды. Раз. Два. И три. Опять, как всегда, 10 этих не хватает. Да что ж ты будешь делать? Ну-ка. Так, громобой, креветка столом, шепот смерти. Кстати, карточки у нас заканчиваются. Что это там, рыкошмык? Рыкошмык рукоплещет. А ну что, получается, здесь все, да? Да, ребят, здесь все, и у нас остается лишь идти на события. Это второй день. А два дня осталось. Поехали, у нас нету, как говорится, времени на рассусоливание. Нам бы желательно успеть бы пройти, потому что были такие задания, когда мы не успевали из-за работы, когда я уходил, и все, ребята, и накрывалось медным тазом. Поэтому, когда у меня выходное или свободное время, давай-ка мы попробуем добомбить, несмотря на то, что сейчас ночи, надо спать, но... Я просто, ребят, пришел после работы, сразу лег спать и проснулся уже под вечер. Проснулся под вечер, соответственно, блин, спать уже не хочется. И начинаешь сидеть играть. Вот. А потом, как обычно, под утро меня начнут кумарить. Да, вот такая вот, ребят. И выходные таким образом у меня очень быстро пролетают. Сам этому не рад, конечно. Сам не рад, но что ж поделаешь. Ну, попробуем сейчас, наверное, этого жулика. Что он будет делать? Ой-ой-ой, ты посмотри, как мощно бомбанул. Хорошо, что это последняя волна. Очень мощно бомбит, друзья мои, очень мощно. Своим пламенем. Эти ужасные чудовища, они всегда так. То огнем, то фаерболами заплевывает. Дикари, одним словом. Давай немножко хильнемся хотя бы. Восстановим себе здоровье и кусанем. Так, что он там будет сейчас делать? Глушит все-таки, да? Но мы ответку ему дали. 187 миллионов рыбы. Так, рыбка у нас, по-моему, ребята, скоро... Да почти по фулке, она 750, да? А у нас буквально хватает всего лишь 2 миллионов. Так, ну что, я там думаю, мы 50 рун с тобой еще возьмем. Так, громобой плюс лаварык. Лаварык меня как бы сейчас вообще не беспокоит, а вот громобой, да. И они причем оба стражи. Это промахнулся. Давай понижаем защиту. Кусает. Ну, блин. Ну хорошо, фикс, давай. Не хотел, видит бог, делать этого, но что ж, раз уж вынудили, пришлось так бомбануть. Давай здесь понижаем защиту плюс укус. И, судя по всему, сейчас будет добивка от нашего барсика. Нет, добивки не будет, потому что он почуял и он хильнулся в самый последний момент. Ну, а здесь у нас вот такие вот охламоны. Сейчас я попробую их немножко тут расшевелить, раскочегарить, так скажем. Тройной удар что-то там выпендривается, я не понимаю, что там на него снизошло. Его в топку. Так, отхил.
промахнулся. Ты, парень, промахнулся. А за каждый промах мы бьем очень жестко. Вот так вот. Ну что, глушить будешь, да? Само собой. Как же без оглушения-то? Это не костолом будет тогда. Ну что, ребята, еще раз крутим колесо и забираем. Да ладно, два прилива сил. Хоу. Фортуна, лотерея. Так, а вот у нас и загадочный. Точнее, нет, это ареновский пак. Содержит только новичков. Шторморез, шипорез, лаварык и все. То есть раз и два, да? Ну да, 50 рун мы заберем. И на этом раз, два, а, три. Три поединка. Чуть дальше мы пройдем тогда, получается. Чуть-чуть на один поединок. Так, громорог плюс пристиголовый. Само собой, начну с этого охламона. Мне его на фаербол как бы не очень нравится. А этот громорог, ну что, он будет просто плеваться. Даже вот так вот делать. Это не тот, ребята, который бафает команду. Тот бафер, а этот у нас совсем другой. Тот этот, а это совсем другой. Нормально сказал. Ну, в принципе, можно сказать, что песенка его спета. Блин, ты посмотри, хиляет. Он просто оттягивает свою неизбежную, так скажем, участь. И вот она, последняя волна. Здесь у нас... Ну, змейка Вьюн первый, который пойдет у нас под раздачу. Это змейка Вьюн. Так, потом... Потом у нас будет шторморез. Ну, а уже потом будем, как говорится, заниматься и громолем. Сейчас надо хильнуться тогда. Потому что немножко у нас пострадали наши драконы. Ну, в частности, именно Кривоклык. Этот громель почему-то ничего не делает. Ты же фаербольщик, насколько я помню, или нет? Ну, мы этого уже не узнаем. Давай посмотрим. Так, рыба. Ну, рыбка уже по фулке получается у нас. А раз рыба по фулке, значит, мы с тобой сможем еще одного дракона отправить, соответственно, за железом. Ну, давай, я готов. Так, значит, а вот это, ребята, громобой как раз вот тот, который хиляет всю вражескую команду. То есть, я даже не знаю, можно, конечно, с него начать. Может быть, даже и нужно с него начинать. Ну, эти тогда будут накапливать энергию, а они и без бафов, извини меня, довольно хорошо бомбят. Смотри, что вытворяет. Ох ты, гаденыш ты такой. Просто укусим. Раз-два, раз-два, значит, получается... Да ты достал уже. Поехали, в ответку. В ответку, друзья мои. Незамедлительно. Под усиленной атакой, фигово. Эх, Кривоклык, а ведь мог бы ты его добить. Слушай, нам повезло. Он промахнулся под усиленной атакой, он сделал промах. Соответственно, добивка. Здесь понижение брони и, наверное, уничтожение. Да. Так, здесь у нас что получается? Ё-моё. Пещерный скалотряс. Ну, я, знаешь что, я, наверное, вот так вначале сделаю. Для чего, ребят? Этот любит понижать броню. Если он понизит броню и плюс. И этот тоже, кстати, туда же. И если этот начнет жевать, а он сейчас начнет жевать, поверь мне. Я думал, Барсик сейчас переживет, но нет. Почему-то Кривоклык мой не дал покоя. Не знаю, в чем проблема. Угу. Уничтожили. Ну что, тройной удар. У тебя энергии нет, поэтому я тебя уже, как говорится, и не боюсь. До свидания. Еще пока барахтается. Ну, теперь точно до свидания. На этот раз что же нам дадут? Опа, необычный пак. Бывают же такие счастливые дни, ребята, в игре. Когда дают тебе самое вкусное и самое лучшее. Ну что, забираем с тобой тогда 50 рун. Замечательно. И последний. Последний у нас на сегодня поединок получается. Жалко, конечно, до загадочного пока чуть-чуть не дотягиваем, буквально один поединочек, но ничего страшного. Так, две волны по-прежнему остается, да? Это не бафер, поэтому я пока от него отстану, да и к тому же он страж, и пробивать как бы нету
и желание, и терпение. Вначале уничтожим пастиголового, потому что он, как всегда, видишь, еще бандит. Дальше у нас идет на разборку громобой. Ты посмотри, что творит, а? Что-то мне не нравится, что они тут вытворяют. Сможешь ли ты кривоклык уничтожить его, а? Ох ты, красавчик ты у меня. Но у него фулл энергия, и поэтому что он сейчас делает? Что он делает на фулл энергии? Ничего, да, пока он терпит. Держит для чего? Для того, чтобы, наверное, отхиляться. Если, конечно, у него отхил там. Я не помню. И не узнаем, ребята, я его завалил. Ух ты, мне нравится, как он выглядит. Это сородич с пещерного скалотряса, но выглядит он, конечно, шикарно. Лучше, чем скалотряс, уж поверь мне. Так, можно, с вашего позволения, вот так сделать и добить вот этого супостата. Ну что, то же самое, ребят. Та же самая система пережевывания у него идет. И причем довольно сильная. Сделаем так. Ну, давай добьем. Угу. Кого он там в следующем будет хрумкать? Он сделает себе усиленную атаку. Но я думаю, что он не успеет, ребята, ей воспользоваться. Погоди. И каюком. Ну что, друзья, последний раз мы крутим рулетку на сегодня и получаем древесину. 262 миллиона. Прекрасно. То есть у нас и рыба с тобой по фулке, и древесина. Зергут. Раз, два, три, четыре, пять. Да, следующая серия будет, ребят, завершающая именно по событию. Плюс, естественно, я получаю еще награду. А в награде у нас что? Бабочки. Слушай, а по-моему, я сейчас смогу даже еще один пак прикупить, если я не путаю ничего. Нет, я ничего не путаю, поэтому прикупаем. Так, что это там интересно такое, ребят? Вау! Меткая стрелка, это образ, ребята. Подожди. Погоди, погоди. Меткая стрелка. Но, насколько я помню, стрелки у меня нет. Разблокировать. Вот она, да, молодая стрелка. Когда у тебя будет 17 тысяч рун, ты сможешь себе открыть молодую стрелку, ребят. 17 тысяч рун. Молодая стрелка. Да. Образ есть, главное, да, а стрелки нету. Ну ладно, все равно приятно, чё. Тайфумеранг разместить. Нет, давай мы тебя лучше в ангар отправим. Мне тебе некуда просто размещать. И сейчас мы будем этих ребят отправлять. Так, ты полетел. Ты у нас за рыбу. Поэтому возвращайся. И лети. А я заберу свои ресурсы обратно. Как-то вот так, ребятушки. Фух. Давай-ка этих отправим на всякий там сбор. Пускай летают, собирают. Все, да? Все. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.